Здравствуйте, дорогие подписчики и те, кто подпишется на мой канал. Я сформулировал для вас некоторые ориентиры, которые вы можете использовать в тестировании своей взрослости. Прошу вас, не нужно давать себе оценку. Просто примите к сведению, где еще требуется некоторая работа, некоторая доработка, чтобы немножко вырасти. Немножко подрасти. Я глубоко убежден, что взрослому человеку легче быть взрослым, а не ребенком. Попробуйте опереться на свою пользу и перестаньте оценивать себя как плохих и ненужных. Вот эти интересные отличия взрослого ребенка от зрелого взрослого. Первое. Ребенок берет, а взрослый умеет не только брать, но и отдавать. Второе. Ребенок принимает поддержку без благодарности, потому что считает ее само собой разумеющейся. А взрослый умеет ценить тот ресурс, который ему отдают, поэтому всегда умеет и находит в себе силы, чтобы поблагодарить. Третье. Ребенок не умеет ценить. Ему кажется, что взрослым легко, и они не затрачивают никаких усилий. Взрослые же люди умеют ценить не только свои усилия. Они смогут и смогли дорасти до того, чтобы смочь оценить усилия других людей. Четвертое. Ребенок нуждается в человеке, который удовлетворит его нужду. Зрелый взрослый сам находит, как удовлетворить свою нужду, как достичь своих целей, как экологично уйти от проблем к благополучию своей интересной жизни. Пятое. Ребенок глобализирует и преувеличивает. Если мама сердилась, он скажет: «Мама злая». Взрослый же остается на уровне восприятия процессов, не глобализируя и ничего не преувеличивая. Есть просто констатация факта и все. Я сейчас злюсь, ты сейчас злишься. Все это происходит потому, что ты чем-то недоволен. И я тоже могу быть чем-то недоволен. Шестое. Ребенок вообще не видит мать живым человеком. Она просто функция, которая ему постоянно должна. Поэтому он ждет от других людей и внимания, и заботы, не заботясь о наличии у них ресурсов для этого. Взрослый человек осознает, что у каждого человека есть набор ресурсов, которыми он распоряжается. Именно он решает, какое количество ресурсов отдать. Это может быть энергия, внимание, душевная теплота и многое-многое другое. Ребенок, седьмое, ребенок не дорос до осознания ответственности, поэтому вместо него принимают решения другие люди, заботясь о нем. А вот взрослый человек способен брать ответственность на себя. Он признает ответственность за свои чувства, за свои потребности и выборы. Восьмое. Ребенок делает другого человека грандиозным. Он грандиозно добрый или грандиозно злой. А вот взрослый человек никогда никого не делает грандиозным. Он просто видит другого человека настоящим, реальным, таким, какой он есть в каждый момент времени. Девятое. Ребенок нуждается в опыте взрослого. Он опирается на опыт взрослого. А вот взрослый человек наращивает свой опыт, уважает его и опирается на него. Десятое. Ребенок нуждается в том, чтобы его отражали, признавали отдельность и, сохраняя привязанность, поддерживали сепарацию или отделение от родителей, самостоятельность. А вот у взрослого человека достаточно ресурсов и мотивации поддерживать свои отношения и сохранять при этом свою отдельность. И одиннадцатое. Ребенок не может справляться со своими эмоциональными состояниями. Ему нужен взрослый, который успокоит, который поддержит, даст разрешение переживать все эти чувства. А вот взрослый, зрелый,
быстро идентифицирует свои чувства, нужды, может их конкретно назвать. Ему не нужно разрешение, чтобы считать их ценными и значимыми. То есть смотрите, что происходит. У ребенка нет своих ресурсов справиться со своими внутренними ограничениями и конфликтами. Ему нужен взрослый, который ему поможет пройти все препятствия здорового взросления. Нужен такой взрослый, который сам все эти препятствия прошел. Если родитель не взрослый, не зрелый, то и ребенок не взрослеет. И его сепарация, то есть отделение от родителей и трансформация во взрослого не происходит. Грандиозность и преувеличение в восприятии мира сохраняется. При этом накапливается много страха, много агрессии перед своим внутренним взрослым и на своего внутреннего взрослого, которые спрятаны за щитами. Страх и агрессия потом проецируются на других людей, на своих близких. Я буду вам благодарен, когда вы напишите в комментариях, у вас в жизни были или, может быть, и сейчас есть такие дети в теле взрослого? Или, может быть, это вы? Или это было, но уже прошло, и вы созрели? Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо, что поставили лайк и подписались. Я желаю вам счастья и скорейшего исполнения всех ваших целей. Спасибо!